Беседа в аэропорту, Нью-Йорк, 1974 год. Thank you.
Определение саньяси приводится в Бхагавадгите. Карми. Карми – это тот, кто работает и желает наслаждаться плодами. Это карми. Но Бхагаван Шри Кришна говорит «Анашита карма палам карьям». Он не претендует на плоды кармы. Предположим, вы бизнесмен. Вы очень тяжело трудитесь, зарабатывая по 50 тысяч долларов. Если вы не присваиваете себе эти деньги, тогда вы саньяси. Вы принимаете это как свой долг. Если человек не берет себе плоды своей кармы, то кто их берет? Кришна говорит: «Курушва мадарпанам, отдавай их мне». Такова жизнь. Отказываться от карма-пхалы, плодов своей деятельности, посвящая их Кришне, это настоящая жизнь. Это подлинное отречение. Попытайтесь это понять. Например, мы путешествуем, тратя на это тысячи долларов. Почему я должен от этого отказываться? Если бы у меня не было денег на самолет, то как бы я смог приехать в вашу страну? Поэтому деньги необходимы. Деньги – это неплохо. Если деньги тратить на Кришну, то это Лакшми. Обязанность Лакшми – обязанность Лакшми служить Кришне. Так все деньги мира должны служить Кришне. Кришна говорит: «Яд караши, неважно, что ты делаешь, посвяти это мне». Разве нет? Вы читали Бхагавадгиту? Посвятите это Кришне. А Кришна хочет, чтобы на эти деньги купили билет на самолет. Мы регулярно летаем из Нью-Йорка в Лондон, из Лондона сюда. Поэтому мы тратим тысячи долларов. Кто же будет платить? Кришна заплатит. Мы слуги Кришны. Такое наставление дали нам Госвами. Все связано с Кришной. Если это деньги Кришны, то почему вы должны отказываться от них, как от материальных? Все, что связано с Кришной, не материально, но духовно. Пхалгу значит ложное отречение.
Вот, например, мои вади думают: нет-нет, я не притронусь к этому. Но почему нет? Деньги — это лакшми. Почему не притронетесь? Займите их в служении Кришне. Тот, у кого нет никаких представлений о Кришне, не умеет тратить деньги для Кришны, он не должен их касаться. И правильно, потому что он будет злоупотреблять ими. Он не должен касаться их. Но тот, кто умеет использовать деньги для Кришны, почему он не должен их касаться? Итак, в нашем нью-йоркском храме все идет хорошо. Все идет как нужно. Не бойтесь недоброжелателей. Утвердитесь в своем понимании. Тогда майя не сможет коснуться вас. Видя, как процветает это движение, многие религиозные деятели хотят положить этому конец. Весь мир состоит из завистников. Материальный мир означает зависть. У нас множество недругов. Но Кришна всегда защищает нас. В противном случае противников предостаточно. Особенно в Индии. Чайтанья Махапрабху также говорит: Кришне приходилось убивать множество демонов с самого начала. Демонов много, но у нас нет сил убивать их, однако Кришна разделается с ними. Мы не можем их убивать. Прахлад Махарадж не мог убить Хираньякашипу, однако Кришна убил его. Всякий, кто чинит препятствие этому движению, будет убит. Мы также должны быть стойкими, очень сведущими и убежденными. Тогда все будет хорошо. Мы никогда не должны отклоняться от парампары. Так, благодаря повторению Хари Кришна, вы можете поддерживать себя на должном уровне, думать о Кришне, Манмана, стать преданным Кришне, поклоняться Кришне очень хорошо, Мамнамаскуру, предлагать поклоны. Просто повторяйте Хари Кришна. К этому же относится и слушание Бхагавадгиты Шримад Бхагаватам, поклонение Божеству. Вы должны строго следовать этому, а не майе. Но если вы отклонитесь, то майя очень сильна. Вы сразу попадете к ней в лапы. Получили ли мы разрешение на строительство храма в Бомбее? Никакое материальное препятствие не помешает нам. Помешать можно чему-то материальному, но не духовному.
Не спорь со своей женой. Раз ты женился, ты должен. Ты должен знать, что тебе повезло, у тебя хорошая жена. Тебе также повезло, что у тебя сын. Если женщине повезло иметь хорошего мужа, хорошего сына, если у мужа хорошая жена, у него будут деньги. Не ссорьтесь. У них в Америке есть большое движение за равноправие женщин. Они хотят, чтобы у женщины были равные возможности. А кто будет рожать детей? Где здесь равноправие? Может ли женщина передать право мужчине рожать детей? Они пытаются. Где здесь свобода? Женщине приходится носить ребенка 10 месяцев. Таков закон природы. Они хотят пойти наперекор этим законам. Это неразумно. Бог создал мужчину и женщину и дал им разные обязанности. То, что может женщина, не может мужчина. Что может мужчина, не может женщина. Так их можно уравнять. Это невозможно. Каждый должен исполнять свой долг. Муж должен оказывать жене всяческую поддержку, чтобы она не чувствовала себя неловко. Они хотят шелковую одежду, немного украшений. Муж должен давать это, чтобы женщина была счастлива. В Индии даже бедняки покупают своим женам свинцовые браслеты. Они не могут себе позволить серебряные или золотые. Но браслеты должны быть. Если не свинцовые, то стеклянные. У Кришны две цели: убивать демонов и благословлять преданных. Hare Krishna, Hare Krishna.
Thank you.